Так. О, знакомый монитор. А это значит, что я буду реагировать на капитана Петьку. Так, сейчас я интернет включу. Так, поставлю вот так вот на треногу. Вот так вот. Так, а когда интернет появится? Ой, блин, я случайно в самолете включил. Так, Wi-Fi. Потому что я не в самолете. Я буду реагировать на капитана Петьку без пурфеты, потому что она спит. Так, сейчас я капитана включу. Так, капитан 130. Так, капитан 130 я включил. Режим аудиовход. Так, сейчас я выберу какой-нибудь видос. Капитанский. Так, найду где-нибудь. Так, я выбираю, ну, обзор бюджетного. Добрый день, ребята. Вот обзор недорогого холодильника. Так, сейчас я проверю, как там с пурфета. С пурфета. Это что такое? Ты чего, аниматроников смотреть нельзя? А про день рождения забывать тоже нельзя. Так, с пурфики, пойдем. Будем разбираться, что не так. Какой день рождения? Тебе что, уже один год? Нет. Не исполнилось 10 месяцев. О, Спурфета точно, а я забыл. Прости меня, прости. Так, буду реагировать на капитана Петьку с двумя спурфиками, который делает обзор бюджетного холодильника Дехер. Добрый день, ребята. Вот обзор недорогого холодильника. Ох, холодильник называется Дехер. А кто такой Дехер? Это модель такая Дехер. Стоит недорого. Вот, ребятки, пожалуйста. Я его приобрел себе. Пользуюсь. И доволен. Значит, смотрите, вот такие ручки. Сейчас я вам продемонстрирую его. Ну, сзади мотор не видно, может. Не знаю, нужно ли. Вот он сзади такой, он весь закрытый. Ничего там не видно. Холодильник. А очень что это удобный. Такое сзади холодильника? Это вверх. Где-то это высотой беспонятие. Получается. 152. Вот. Длина. Ну вот есть. Что тут? Что тут? 3 литра. Так, 152. Длина, по-моему, 60 ширина. 60 или 55. Так, начнем, наверное. С чего он хочет? Вот морозильная камера. С морозильной камеры. Внизу. Вот внизу морозильная камера. Сейчас ее открою. Открываться может и с той стороны, и с той. Вот так, снизу очень большой глубокий контейнер, вот он вытаскивается. Контейнеры изготовлены из такого пластика прозрачного. Из чего изготовлены сало. Контейнеры? Из пластика. Три контейнера. Сколько контейнеров? Три. Еще кусочек сала. Бумажка завернута, еще кусочек сала. Молодцы. Сейчас я его перевожу. Капитану Питке нравится сало? Ну да. Сальную породу, вот, пожалуйста. Так, вот это, ребята, морозильная камера. Я ее закрываю. Вот, и сейчас перейдем уже непосредственно с холодильной камеры. Так, открываю я. Вот. Вот, пожалуйста, фиксируй. Ух ты, сколько вкусного! Ярко. Если бы тут была конфетка, опять конфетка. Бьется, потому что она фиксируется. Смотрите, вот нижняя полочка у меня получается такая вот прозрачная. Вот для кетчупов, для яиц.
лимончик. Так, верхняя, тут получается три полки и... Так, верхняя полочка. Сколько полок? Три штуки. Средняя полочка. Так, что тут у нас? Ну, пожалуйста. Угу, лучок, вода. Огурцы. Одна большая такая вот для овощей. Вот, пожалуйста. Вот я забегаю. Смотрите, здесь где фонарь, на фонаре регулятор. Где там фонарь регулятор? 9, получается, сейчас я гляну. 6 положений. 6 положений. 6 положений. Вторая вот, первое положение. Ну, я, наверное, поставлю на четверочку. Вот видите. А давай на шестерку. Ну, что? Да без понятия, где тут вот холодильник, где пер. Сейчас покажу вам отверстие. Под... Отверстие вот через стекло можно увидеть. Вот видно там отверстие. Это отверстие, где стекать. Вот это наморозка уже. Так, ну, я сейчас его в открытом виде вам покажу. И потом закрою. А когда вот закроет этот холодильник? Это, ребятки, да без понятия. Вот, ну. Фуражка была! Сейчас закрываю морозильную камеру. Морозильная камера, вот три звездочки, 24 градуса. Вот, пожалуйста. Вот такой холодильник. Холодильник Dekker довольно-таки бюджетный, недорогой и хорош в эксплуатации.